Как продвигается строительство современного пассажирского терминала аэропорта? Наша съемочная группа побывала на этой стройплощадке. Напомним, проект реализуется при поддержке фонда Булата Утимуратова. Общая стоимость проекта – 31 миллион долларов. Строительством занимаются турецкие специалисты. Объект стремительно обретает очертания. На сегодня выполнено 30% работ. Планируется полностью завершить объект в мае следующего года. Мы очень последние технологии используем в этом аэропорту. И очень много европейских оборудований уже заказано. Багажная система, телескопический трап, фасадная система. Все вот эти материалы, оборудование используем мировой бренды. В строительных работах задействовано свыше 600 человек. Со сдачи объекта в эксплуатацию ожидается открытие более 60 новых рабочих мест. Строительство ведется в соответствии с графиком. Срок сдачи объекта – май следующего года. Этот проект будет способствовать подъему экономики области и притоку инвестиций.